А теперь в прямом эфире Синди из Нью-Йорка. Синди, что скажете о том, что сейчас происходит в городе? Стивен, тут в тоннеле Линкольн, ну просто ад. Люди пытаются прорваться через блокпост ОТГ. Внимание, сообщение на волне ОТГ. Мы под обстрелом из малого калибра. Это мародеры. Превосходно! Как они выбрались из тюрьмы? Берегись! Это чистильщики! Без вашей помощи мы бы погибли.
Надеюсь, теперь они дважды подумают, прежде чем нападать на патруль ОТГ. Внимание! К вам приближается противник! Приближается противник! И они побегут! Ни хрена себе! Чуваки, осторожно! Задаем жару! Внимание! К вам приближается противник! Приближается противник! Нет, нет, нет! Старайся убивать их издали! Агент! Агент! Нам сообщили о буйствующих зэках. Не хочу ни в коей мере отягощать тебя лишними поручениями, ведь ты крайне занятая персона. Но было бы так здорово, если бы тебе удалось их приструнить. Привет, малыш, как Лиссабон? Достал. Слушай, у меня плохие новости. Все самолеты на земле. Похоже, коммерческих рейсов в США и Канаду нет. Совсем. Значит, ты застрял? Лиза, все застряли. И везде. Я даже не знаю, когда я снова тебя увижу. Но ведь в пятницу твои родители придут на Хануку. Ты вернешься хотя бы к пятнице. Не знаю, милая. Я постараюсь, но...
решить эту проблему в рекордно короткий срок. Ну, впрочем, кто бы сомневался. Да, это было смешно. Ты, наверное, просыпаешься по утрам и думаешь, как же это круто быть мной. Конец связи. Как же это круто. Создателя. Если это шутка, то не смешно. Внимание! Обнаружен противник.
Допрошены подкрепления ОТГ. Внимание! К вам приближается противник. Противник. Сектор под контролем. Передаю данные в сеть ОТГ. Агент, нам сообщили, что зэки захватили несколько заложников. Только прошу, действуй осторожно. Если тебе что-то понадобится, что угодно, обращайся ко мне. И еще, если ты знаешь, где можно купить такие же клевые часы, как у тебя, обязательно скажи мне. Это чертовски дорогое удовольствие. Зачем вообще маленьким детям игровая консоль за 400 баксов? Милая, должно же у них в жизни быть что-то хорошее. Год выдался тяжелый. Знаю. Слушай, может в этом году мы с тобой просто обменяемся открытками? У нас и так много всякого барахла. Шутишь? Пусть твои дети называют меня мамой. Больше мне ничего не нужно. По-моему, ты еще долго будешь Дженнет. А ты думаешь, эта консоль поможет? Посмотрим. Я люблю тебя, зайка.
наконец-то! Спасибо, спасибо тебе, что не сдаешься. Это был какой-то ужас. Кошмар. Агент, можно не напоминать тебе о твоей крутизне, но раз уж мы в радиоэфире, это было круто, ты мой кумир. И в плане стиля, и вообще, может потом, как все закончится, потусуемся вместе? Привет, мой сладкий. Ты рано. Привет. Так, слушай, тут стряслось что-то очень нехорошее. Надо уезжать из города сейчас же. Что? В каком смысле? Ты можешь сейчас собрать вещи в зеленую сумку? Бери только самое необходимое. Я через пару минут за тобой заеду. Времени терять нельзя. Малыш, что происходит? Внимание! Обнаружен противник. Обнаружен противник. Придурку жизнь надоела. Еще бы! Тебе это понравится! Чем это запахло? Двери. Поищите. Куда стреляли вообще? У него крыша поехала! Спасибо.
очень впечатлен. Это Воробей 3, прием. Мы скоро будем у вас. Круто получилось. Прогоним мародеров. Внимание, к вам приближается противник. Твою мать, у нас опять противник. Прогоним этих мародеров. Продолжай в том же духе. Внимание! К вам приближается противник! Вот это точность! Это Воробей 3. Мы на месте. Можно работать. Какого черта мы тут делаем? Сектор под контролем. Враг нейтрализован.